Ну вот, собрал я плату сцепления. Вот. Все хорошо. Смазал направляйки вот эти вот, которые здесь. Поставил пружинки, отмыл их, потому что грязные были. И, ну, посмазывал, собрал, все хорошо. Посмотрим. Ну вот я на нем. А, еще вот эту вот защиту снял, смазка еще была. Не знаю, откуда-то вывалилось кусок железа. Не знаю, калина. Будем искать, где, что, почем отвалило, где. Короче, где-то вариаторы или что, или их попало, может быть, как-то. Может, связано что с ним, не знаю, это железная точка. Будем сейчас чуть не под лупой рассматривать этот железный остаток. Откуда он, не знаю, но вывалился реально из-под этой защиты. Но я разобрал, как бы, тут смазка есть, но одно что. А там нету, сухо. Тут, скорее, вроде бы как бы есть она, но там на самом направляющем, это шкиве, ни хрена нет, он сухой. Ну, сейчас будем отмывать все заново, чтобы все какую смотреть, где что почем отвалилось, как калина. И дальше будем собирать. Смажу, соберу. Ну вот, и окончательный результат скажу. Если найду где какую-то причину, скажу, объясню. Вот, как бы она смазка есть, но и недостаточно. Здесь подшипник хорошо крутится. Я при установке его сразу покормил, открыл эту крышечку аккуратненько шилом. Кое-как с горе пополам затолкал это синей смазки. Вот, потому что он сухой там был, какой-то вазелина положили и вообще ни о чем. Ну а сейчас, я думаю, должен работать отлично, то что я положил смазки туда. И периодически буду смазывать. А, еще один момент. Купила трансмиссионное масло. Вот такое вот эльф. Говорят, очень хорошее масло. На наши белорусские отдал 30 рублей. Вот, за литр. Такое дела. Будем промежуточную шестерню менять и будем это вот масло заливать. Я думаю, хватит надолго. Может, там парни знакомые есть, подъедут. Дам, там 100 грамм тех было, не было. Я этот мопед, наверное, скатаю и хер его, ну, раскину. Вот. Ну, 2 года и хорош масло больше как бы не стоит. Потом слышал такое, что теряет свойства свои. Вот. Так. Ладно, буду дальше ковыряться. Наблюдайте. Еще будет окончательное видео. Ну вот, это плата облещенная, которая делал по 120 грамм. Одно, честно, признаться, меня не удивило. Как стандарт, так оно и есть. Тут все работает отлично, пружинки справляются. Здесь вот направляющие не докорели, ничего, я смазочки сюда ложил, все хорошо. Вот, не знаю, что-то мне, ну, как оно стандарт, как бы, и все. Обороты двигателя только что упали при этой плате, когда устанавливал. Все. На заводской на 1000 оборотов больше, где-то 7000. Начинает трогаться, падает до 6, а с этой платы сцепления с 6 до 5. Вот. Стартует где-то на этой плате, так, сцепление, где-то 3500. На родном на 4000 стартует. Не знаю, немножко замашлились, походу масло попадало. Вот, сейчас почищу, пускай будет. Так что следим дальше за развитием действий.